Я вам хочу сказать, что СССР, наверное, была по-своему замечательная страна, но СССР больше никогда не будет. Мы живем в 21 веке, мы живем в другое время, в других обстоятельствах, и что греха таить, мы совершенно другие люди, абсолютно другие люди. Как бы нам, так сказать, не ностальгировалось по нашему пионерскому прошлому. Поэтому СССР больше не будет никогда. То, что касается каких-то других форматов интеграции на постсоветском пространстве, да, они возможны, и они есть, и они, так сказать, находятся в развитии. В том числе вот через пару недель будет учрежден Евразийский экономический союз, например. Но он союз экономический. И в данном случае мы идем путем Европы, да, которая начала объединяться по экономическому принципу, а не политический союз. Это принципиальная разница. Это союз не идеологический, это союз не мировоззренческий, это союз экономический прежде всего. То есть выгодно объединяемся, невыгодно не объединяемся.